кратко рассмотрим, как можно было бы продолжить и углубить найденные закономерности. Есть предположение, что принадлежность респондента к тому или иному кластеру зависит от страны, которую он представляет. Проверим, так ли это. Снимем speed файл. Построим просто crosstab, где независимой переменной выступает страна, а зависимой как раз кластерная переменная. При этом запросим хи-квадрат и остатки стандартизованный хи-квадрат. Мы видим, что хи-квадрат значим, то есть действительно есть связь. Посмотрим остатки, которые превышают критическое значение 1,96. Ну, например, киприотам свойственна именно принадлежность ко второму кластеру. Венграм то же самое. Голландцам, норвежцам, финнам, датчанам принадлежность к первому кластеру. Таким образом, мы увидели, что действительно есть склонность жителей разных стран выражать одну или другую закономерность, что ведет к их попаданию в один или другой кластер. Если у нас есть другие предположения о том, что может влиять на попадание респондентов в тот или иной кластер, мы можем добавить переменные и уже построить логистическую регрессию, где зависимой переменной будет выступать опять-таки кластер, принадлежность к кластеру, а предикторами наравне с принадлежностью к стране еще какие-то характеристики, ну, допустим, пол, я не знаю, вероисповедание, масса, может быть, вариантов, учитывая, что в теоретической рамке предполагается, что не связаны межличностное и политическое доверие. Но мы показали, что они связаны. Причем связаны по-разному для разных типов людей. В завершении подчеркну, что очень важно, чтобы переменные, кластеризующие, были стандартизованными. Это раз. Иначе косинус нормально не сработает. И два. За кадром осталась еще проверка на устойчивость, но просто пересортировка и построение заново модели. Эту проверку тоже модель наша прошла. Но поскольку это очень простая проверка, я ее не выносил в данное видео.